Что там? А ничего там. Это же выставка, можно и догадаться. Ничего там нету. Но интерес-то есть. Например, к нашей модели Беларусь Ша-426. Вот такой коротенечкий на нее обзор. Почему коротенечки? Потому что совсем недавно мы снимали достаточно подробный обзор на трактор лесохозяйственный ТЛ-120. И я оставлю ссылку в описании. Так вот, кто смотрел этот обзор, тому скажу сразу, что изменения в основном внешние, с них и начнем, ну а дальше продолжим. А вот и стенд. Он нам нужен для того, чтобы показать, что эта машина действительно универсальная. Внешность мы уже посмотрели. Конечно, отличается она от лесной тем, что нету той защиты, необходимой для работы в лесополосе. В остальном, в принципе, все то же самое. Кабина вот такая, модернизированная. Кроме того, вот на этом стенде можно посмотреть и убедиться, что действительно эта машина универсальная. Вот такое оборудование на сегодняшний день на нее можно установить. Ну, к примеру, роторный снегоочиститель, оборудование щеточное, оборудование для чистки криволинейного бруса, гидромолот даже. В общем, достаточно много того, что может пригодиться в коммунальном хозяйстве, например, или строительном. В отличие от машины нашей лесной, здесь есть, вот здесь у нас есть передний вал отбора мощности. Он опять-таки необходим для того, чтобы установить некоторое из этих оборудований. Кроме того, здесь 5 гидровыводов. 1, 2, 3, 4, 5 и плюс один слив. Точно так же столько же гидровыводов и сливов расположено сзади. Что еще сказать? Сказать о ней то, что мы рассчитываем на... здесь, на Белагро, на некую покупательскую активность. Нужна такая техника, не нужна такая техника. Если вы на Белагро, то, пожалуйста, приходите, а если вы не на Белагро и вдруг увидите этот обзор, то обязательно пишите, может ли вам пригодиться такая машина. Забыла. Машина движется со скоростью 40 км в час, это максимум. Конечно, для коммунального хозяйства, строительного хозяйства хотелось бы больше, и мы обязательно будем над этим работать.